Мартышка Браззо. Примат средних размеров. Живет в джунглях Африки от Камеруна до Уганды. Как и многие мартышки, всеядна. Мартышка Браззо, похожая на мудрого старца с белой бородой и взглядом, уставшим от философских побед, одна из самых ярко окрашенных обезьян в мире. Свое название мартышка Браззо получила в честь итальянского графа де Браззо. Благодаря своему неприметному окрасу, при ярко выраженной аристократичной внешности, мартышки Браззо умеют ловко притаиться в листве. Кроме того, в случае опасности они замирают на месте, превращаясь в неподвижную статую. Эта их особенность и легла в основу видового латинского названия приматов. Слово «неглектус» произошло от глагола «неглего», означающего «смотреть сквозь пальцы» или «оставлять без внимания».